Ой, разгружаю, загружаю. Авось пройдет. Вообще не представляю, как могу произойти. О, классно, колесо отвалилось. Вот это дерьмо. Как же так? Если трейлер отвалится на ходу, представьте, что может быть. И на повороте его просто завалил. И нас судили на куче бабла. Вообще жесть. Спать не получится. Надо что-то с кондиционером делать. Попробую что-то придумать. Что вы думаете, надо купить? Может, масло залить надо? Нет, вряд ли. О. Может, не быть его. Oh, you need one of these to put it in. Okay, I want to buy this one and this one, right? Yeah, and if you buy this one with it already on there, it's up to you. Oh, this is 312? Yeah, yeah. That's a different kind, different brand. Okay, this is more easy if you buy this one, right? I mean, some people like it. Some people like this. Okay, I'll try this one. Yeah. Так, посмотрим, как это все работает будет. $26 это ерунда стоит. Сейчас я буду механиком. А то как-то Пашина идея с веничками ездить париться, что-то не очень мне нравится, еще вся неделя впереди. А еще и спать с веничками не, не вариант. Еще дальше. Дальше я не в курсе, что делать. Помощь аудитории, звонок другу, может, 50 на 50. Какие-то варианты еще будут. Может, бак залить просто и все. A few moments later. Честно говоря, я не уверен, что это сюда. Что-то все подозрительно выглядит. Но так или иначе, процесс идет. Я думаю, хуже уже не будет, все равно жара на улице. Учиться надо было в школе, учиться по самому. Наверное, все. Как вы думаете? Хочешь, не хочешь. Механиком станешь. Круто, верю, что это поможет. Обычно так легко мои проблемы не решаются. Обычно все гораздо хуже. Надеюсь, так все легко решится. Я буду в шоке. Вау! Пацаны, серьезно. Я не могу это поверить. Пацаны, я, наверное, больше не буду вести канал Дневник Лузера. Потому что мне стало вести, ну, год назад бы. Это не сработало бы. Ну, слишком просто. Взял, залил, заработал. Вообще слишком просто. Не сработало, и как-то это меня настораживает. Как-то подозрительно это. Ну, как-то слишком легко. Понимаете, о чем я говорю? Бывает такое, да? Проблема, хоба, она решилась легко. И ты такой, что-то здесь не то. Что-то здесь не то подставой пахнет. Вот так и я. Не знаю, но все заработало. Я в шоке. Так просто. Не мудрено, я же механик. Учиться надо было, Антош. Меня слушай. И все, мы догоним. Шутник. Кажется, я приехал на первый драп. Наконец-то. Эх, свобода! Опасное место. Чуть-чуть. Прямо на повороте. Но здесь скорость небольшая. Думаю, если кто-то влетит, смертельного исхода не будет. Ну, это не точно.
капли. Не сильно лохмат. И тут. Hi. Good. What kind car you want? This one? Okay, your life, your choice. Не угораю с них, конечно. Это они сами осознанно сделали выбор. Окей, take inspection. Yes. Так, за эту тачку 1050 с Калифорнии на Мичиган. Должны платить наличкой. Алло. Да, Санек, что там? Антон, дозвонила тетка за Грин Рапидс, спрашивает, где ты? Ну, которая на Хундай, что ли? Я здесь стою уже с ней. Ну да, она говорит, ну никто не звонит, где ну, ваш? Ну, я уже скинул, вот, стою с ней, она рассчитывается. А, уже все good? Ага. Окей, сейчас едешь забирать, да? Да. Окей, давай, все, давай. Сразу набери мне, как давай, поедешь на гайд. I can see any name. Татьяна. Oh. Here, how about if I just, can I send it to you twice? Just do the $1,000 and then the $50? Yeah. Okay, I'll do that. Что-то я тоже туплю. Цифры не сходятся, пацаны, вообще. Что случилось? Я, кстати, работаю на какую-то Татьяну. Деньги всегда ей уходят. Да. Татьяна? Проверь Зиль. Да, проверь там 1050. Сначала 1000, потом 50. Да, просто ну окей, все, давай, давай. Я это скажу. Окей. Окей, thank you so much. Thank you. Bye-bye. Вообще рядом, буквально 10 миль, я попал в трафик, и еще на улице пошел дождь. Ребята, как в Сибири, дождь с грозой, то есть гром, короче, здесь вообще грома уже давно не слышал. Только в таких вот северных штатах, там Миннесота, Висконсин или Мичиган бывает гром. У нас, ну, в Калифорнии все есть дождь. Или в Орегоне, особенно когда я жил 12 лет, там был дождь, днем и ночью зимой, но никогда не было грома и молнии, никогда ты грома не услышишь. А здесь есть гром, не сразу детство вспоминается. Обратите внимание, вот, да, там линии впереди закрыты. И вот люди уже сколько, свободная линия, да, ну не лезут. Ну, конечно, есть, которые туристы выезжают, да. Но в основном, ну, в Москве, я знаю, что это было, там бы до последнего лезли бы, я бы тоже лез до последнего. Но если когда наглеешь, американцы не дают этого делать. Но вообще, это туристы выезжают. А вообще, вот говорю, так все, люди перестроились заранее и будут стоять в трафике. Вместо того, чтобы ехать по линии, которая еще свободная, как бы, ну, преждевременно создавать трафик. Я этого не понимаю, зачем? Правильно, как в Москве, до последнего лезут. Нормально. В Мичигане лучше трак закрывать, то есть одни черномазые вокруг. Ну вот, и она тоже терная. Старт инспекшн. Ай. It's got a couple dents already, so... Couple dents? This is not couple and not dents. Ooh. Do you know this one? Yeah, it's gonna get big. Okay. Couple dents, горит. Вся машина развалена. Okay. Okay, this is 1475 cash on delivery, okay? Okay, cash. Okay, good. На улице прошел дождь, только что как бы дождик, да? В теории должна быть свежесть. Но на самом деле здесь душно, очень душно. И я не понимаю, почему. Вот так вот движуха идет. В том плане, что только что кинул машину, чтобы не возвращаться сюда, в этот город, на обратном пути, я сразу забираю. Да, придется ее скидывать 10 раз. Но это часть работы. Если так подумать, то все в цену включено. Так что можно не ныть. Ой, разгружаю, загружаю. Ой, как я устал. Это нытье. Ух ты, ничего себе, дом какой разваленный. Chevy Trucks. Блин, я же забыл все скрачи денты поставить. Думаю, что я забыл сделать? О, туфта. Ну, пофиг. И по фото главное. Как всегда, куча чего-то интересного. Так переводит порой наркоту и даже не знаешь этого.
Ну так бы взяли хоть полакомиться. Ты что, Паш, гонишь? Ну да, извини. Ты прям тоже лучше такое не говорить. Ой, а чего она пищит? А! Коза! Чё она не едет? Ой, упала. А чё она упала? Ой. Ой-ой. Некоторые двигаются машины, некоторые нет. Все, все. Люблю такие тачки. В смысле, подбитые все, ушатанные. И черные нормально. Ничего нифига не проверяют никогда. Черные меня примут здесь за своего. У меня джинсы без ремня. И они так слетают, короче. Поэтому они сейчас едут и меня воспринимают за своего. Говорят, о, белые, а как наш одет, штаны висят, мотня висит. Так, ой-ой-ой, ой-ой-ой, как высоко. Это мне не нравится. Ой, блин, а там бабки все равно разваленные, да? Ну ничего не будет, да? Да, ничего не будет, нормально. А может и будет. Через какая высота? Вот мне вообще ни капельки не интересно. Ну и мне тогда тоже. Значит, траковый GPS. Типа по нему надо ехать. Приезжаешь, и дорога закрыта. Хоть что и делать. Все, а тут вообще резки всякие. Приехал уже, стемнело, короче. Плюс в чем? Диспетчер просто золотой у нас, поэтому эту машину, клиент приедет сюда. Мы на Walmart находимся. И ее заберут. И в этом же городе должен был забрать машину, ее тоже сюда привезут. Это огонь. Да. А Закур там клиент приедет? 1100, да, она уже едет. Это, а Кадиллак какой-то, говоришь, это старый, что ли, здесь водила привез какой-то? Да, 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 да. Охренеть. А что, он пипец ему? Это старое говно, сейчас перекидывает. Он говорит, он ездит, что? Я говорю, смотри, если он не ездит или там какая-то фигня, говорю, мне, говорю, он нахрен не нужен. Не, все, он ездит, заводится, я к тебе привезу. Он тебя что? В 4 часов утра, ой, 4 часов дня там ждет. Ну, это русский, да, получается, вроде? Не, американец. Да, похож на русского. Да. Это, сколько платят за нее? Ну, вроде неплохо, там что-то 1475 за нее дают. Я, она самая дорогая машина у тебя. Понял. Окей, хорошо, ладно, дружу. Он, ну да, эта тетка сейчас к тебе едет. Хорошо, все понял. Если понежнее, обнимайся. Окей. Говорил, чтобы дали тебя. Хорошо. Сделаем, давай. Вот она, эта тачка, оказывается. Ё-моё. Ну, здрасте, жопа, Новый год. Приходи на ёлку. Is it yours? Or you just selling? I'm just selling it, yeah. А. Чё, прикольно? Запах такой классный. Any instruction how I start? Pretty simple. Is it clutch? No, it's automatic. Yeah. Я катаюсь, ништяк. Нас ждут приключения, пацаны, по-моему. Ну, надеюсь, я ошибаюсь. Прикольно, конечно, старые тачки такие. Запах прикольный вообще, как у Жигули. Почему он такой специфический, интересно? О, все, четко. Где моя перчатка, а? Блин, а? Все, ушла, бросила меня. Тварь неблагодарная. Я ее берег, так не морал, редко использовал. Она меня бросила просто. Ничего, полно перчаток еще в нашем мире. Ёлы-палы. Ее и тут нет. Все, очевидно, бросила. Она и шутила, когда говорила, что уйдет. Ах ты, дорогая моя, вот она. Как я долго тебя искал. Не уходи больше. За что браться? Бери больше, кидай дальше. Он, клиент, приехал по ходу дела. Как он подозрительно объезжает наш трак. Подозрительно как-то. Окей, Акура, да? Блин, Паш, смотри, американцы, как ты трандычишь постоянно, так и они. Окей, how you pay? Cash. 1100, right? 1100. Окей. Okay. It's good. And then my keys. Keys? This is $300 for key. You don't know about that?
I'm a key man. I panicked for just a second. I'm tired. I'm jet lagged. Me too. We're working 24/7. I'm sorry. I should have known better. This is for you. Thank you so much. Okay. I appreciate it. Delivery for free. Key. Okay. See you. Может быть, а может и нет. Так, все, забрали. Лекцию сделали, деньги получили. Цепляем и валим. Another happy customer, huh? Yeah. Yeah. Because I'm nice, you know. So you live in California? Yes. Yeah. Where are you from? Russia. You're from Russia? Yeah. Okay, how long you been in the States? Oh, from 2005. Okay, you loving it? Sure. Sure. Make money, business, that's everything good, yeah. That's good, that's good. If you hard work here, you can make money. Oh, absolutely. Yeah. I've been working since I was 12 years old. So. Because in Russia or Ukraine, hard work or not work, result is same. Yeah, nothing. Yeah, yeah. This is if you hard work, it's very good, yeah. Yeah, no, good, good for you. Yeah. How long are you on the road? How long do you get to be at home when you're done? Oh, right now I'm a lot of working. Just no stop. Right, right. Like 3-4 times per month, like here. Yeah. Good for you. Well, I appreciate it, man. Yeah, sure. Thank you for coming here. Oh. Ой, сколько шуму-то, а? Создаем вид, работаем. Он рассказывает, говорит, клиенту, говорит, можешь звонить драйверу. Ну, только он не говорит, что драйвер трубку никогда не берет. У него своих дел хватает у драйвера. Своим подписчикам еле успевает отвечать. Не то чтобы уже клиентам. Кто такие клиенты? Это сегодня пришел вопрос, а вот подписчик родной, он всегда с тобой. Ну, в первую очередь отвечаю подписчикам. А на клиентов просто времени не хватает, честно говоря. Пацаны, я полон сил и энергии. В прошлый трип я прям умирал, вообще хотел спать каждую секунду. А в этот рейс все наоборот. Прям сил хоть отбавляй. Не знаю почему. Наверное, организм отдохнул пару дней. Отоспался по 6 часов в сутки. 6 часов. Как бы это ни звучало дико, для меня это реально. Больше я спать не смогу даже. Конечно, я могу поспать 6 часов, потом позавтракать и через час еще лечь на 2 часа. Да, могу. Но это уже вообще прям конкретное отсыпание получается. Когда ты отсыпаешься. Таких дней у меня нет. Так, может, в году 3 дня. Ну, не точно. Вы не задумывались, почему я всегда хожу с железкой? Нет, вы положите ее, я всегда хожу и держу. Она мне уже не нужна, я все прицепил. Как вы думаете, напишите, почему я всегда хожу с ней, куда бы я ни пошел. Вот, она в руках постоянно. Перекладываю ее с рук в руки, бывает. Угрожающий вид создаешь. Паш, помолчи. Все четко. Все, пойду я схожу в Walmart и валим дальше. Вот лоханулся я. Ну, впереди две такие стрелочки, я думал, там выход у нас. Припарковался здесь специально. А то в Макдональдс заезд. Бордюр приехал. Привез тачку. Сейчас будем вот это вот творчество. Творчество природы. И монтировать. Ой, ой. Вот так вот. Оставляем в шапе. И скейджер избивается, к сожалению. Сейчас все придется заду наперед делать. Я сегодня должен был до вечера все доделать и уехать. Походу дела не судьба, не судьба. Видимо, кто-то хочет, чтобы я выспался. Да, то, что здесь еще дент сделался. Это очень плохо. Надеюсь, его не будет сильно заметно. Авось пройдет. Вообще не представляю, как могло произойти. Как обычно. What do you think? How many time you need? About hour, 2 hours. Oh, really? What time you can come and pick it up? Maximum faster. Maximum faster, because I have a lot of work today. Sure, not a problem. I will do us. Okay. I will do my best. Thank you. Так, короче, план такой у нас. Пока стекло ремонтируется, приехали на Jaguar. Должны его форклифтом снять. Началось. Это плохо я сделал. Было воздух не спускать. Да. Тогда он обычно легко выходит. Блин, а? Сейчас будет работать у меня. I want a little bit moving truck. You take out, okay? This? Like for here? Oh, no way. Oh boy. Try reverse, maybe it's something. Yeah, sometimes. Okay,
чувак с тракером ничего не имеет. All right, great, great. Ну что ж, о, четко. Фух. Капец. Да, тут вообще жара, точнее духота. Противно, когда душно. For here? Yeah. Okay. Oh, just car coming. You not ready, guys? Чудило, блин, а? Все, не учи меня, хлопик. Вы должны быть готовы были уже стоять и ждать меня. Вам заранее звонили для этого. Чижики, блин, а? Вот так многие работают. Я подъехал, ты бы меня ждать должен был. Все, ничего не знаю. Окей, двинул по матч. $3,000, right? $1,200. Almost. For not drivable car? No way. $1,270. Okay. 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 Вот жук, а. Cash? Yeah. Nice. Great. Okay, good. Наблюдаем, что будет. О, нифига себе, там ветка застряла. Ё-моё, офигеть. Ужас. Кто так работает? Крыша царапана, ё-моё. Надо будет защищать это дело все. Хелпер нужен срочно, который будет защищать крыши. Годовая зарплата $100,000 минимум на старт. Обращайтесь. Ну, это не точно. Ну, братан, ты главное мне трейлер не повреди. My brand new truck. Вау, вау, вау. Стоп, стоп. Right here. That's enough. Yeah. А то эти колхозники все поломают. Потом не извинятся. Ё-моё, муха. Сисюновская муха пристала. О, сейчас, смотрите, заденет бочину. Guys, don't scratch my truck. My brand new truck, you know. Платить будете мне, ё-моё. О, классно, колесо отвалилось. Ништяк. Что-то там говорит, я не понимаю, что он балакает. Наверное, на своем что-то. О, четко, притирочку прошли, красавцы. Все, все, после нас хоть потоп теперь, все. Хоть роняй ее, что делай, что хочешь, все. Меня не волнует. Ох, Антоха, по барабанчик еще какой. Теперь цепляем трейлер обратно. Что у нас там? Отлично. Профи. Ух, нифига себе удар. Зато зацепили. Все ништяк. О, что за хрень? Пацаны, этого в планах у меня не было. Теперь мне точно нужен будет форклифт и ихняя помощь. Вот это дерьмо. Как же так, пацаны? Как так могло произойти? О бой. Да ты чё? Вот это в жесть. Мэн, кого примерно? Это жутко. Чё же сделать теперь, да? Там какой-то металл отвалился еще. Да, это плохо все, это очень мне не нравится. Можно этих тузиков спросить? Помогите, помогите. Hey man, I need your help. I have some problem. I need your forklift. Little up my trailer. Some problem, you know? Oh boy. Он же предлагал мне помочь. I can't go straight and back. I need up, yeah. Без контента никак. Вот это я лоханулся, это что значит? Ее сильно пустило, наверное. Вот дерьмо. Да, так можно и все сломать. Oh boy, that's why I don't like it, not drivable car. Sometimes like same price, maybe $100, but some problem like that. Or somebody, okay, I don't have forklift. Oh yeah, I don't have forklift. I forgot, I'm sorry. Влип, очкарик. Влип.
Как я так лоханулся, а? Надеюсь, ничего не повредил, ничего не отломал, ничего не сломал. Иначе вообще пипец. А так хорошо, что... Yeah, forklift very strong. That's good. Блин, надеюсь, он не перевернется. О, бой. О, ну, ну, стоп, 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 стоп. А, ну, си, блин. Can you reverse more? Yeah, I need a little bit more. Окей. Главное, чтобы руки никому еще не прищемило. Ё-моё, прикиньте так трейлер сейчас перевернуть. Офигеть. Yeah. Он сказал, здесь очень опасно, мальчик, иди сядь в машину. О, бой, как это страшно видеть, ё-моё. О, бой, офигеть. Ёлки-палки. Чё ты косячишь, Антоша? Кажется, всё. О, будущее. Окей, thank you guys. Им пофиг вообще, они обиделись. Ё-моё, такая хрень. Я надеюсь, тут ничего не поломалось. Это сразу-то не будет видно. Это проявится в дороге на фривее при скорости 70 миль в час. Как обычно бывает, знаете, да? Надеюсь, это не начало, а конец. Понимаете, о чем я, да? Приключения он точит только впереди. Если трейлер отвалится на ходу, представьте, что может быть. Даже представлять не хочу. Нас так водила студент. Первый раз сел и плохо подцепил трейлер. Только этот трейлер был двойка. Плохо подцепил его и на повороте его просто завалил. А у нас в эти три дня как раз не было страховки. И нас судили на кучу бабла. Закон подлости. Представьте, не было три дня страховки, не успели сделать. Ее сделали через три дня. И в эти три дня он перевернул как раз трейлер. Никогда такого не было, а в эти три дня он перевернул. Существуют законы подлости. Фух. Надеюсь, мы пройдем. Лофт трак очень низкий, и если на бордюр заехать, вот сам трак, там можно сесть пузом. Мы так раз трак в Монтане посадили, у меня даже больше там несколько миллионов views на ТикТоке набрало все эти видосы, где мы посадили его тупо на пузо. На ровном месте прям какая-то поляна, и там что-то торчало. Он такой низкий, что мы его посадили. Вот тут все было слышно. Все прошло, все. Пойдем дальше, за субарой. Короче, крышу надо затирать на всех машинах. Прикол в том, что скрачится реально, ну, это царапинами не назовешь. Light scratches по лаку. Но если клиент упертый, какой-нибудь капризный, может создать проблему. А нам проблемы не нужны. Так, я ничего не упустил. Не очень-то мне все это нравится. Учиться надо было. Да, уж что-то не очень оно затирается, как я вижу. Так, хорошо, хоть здесь стекло не расфигачили. И здесь тоже. Вау, а это что такое? Здесь это было. Ну, здесь вообще все прекрасно. Странно, здесь самая большая высота и ничего. А, почти ничего. Почти, ой, блин, почти ничего, пацаны. Мелочи жизни. Все, короче, по-моему, нормально. Сделали стекло, поставили, все четко. Надеюсь, к этому не придерутся. Царапинки небольшой. Сейчас погружу я, пойду оплачу. А может и не пойду, оплачу. На, если уже погрузил. Вали и все. Ах, Паша, с твоими бизнес-идеями долго не протянешь. Ну, долго не надо. Я сегодняшним днем живу. Ну, это зря. И жопу я занят. Прикол в том, что мне-то надо за ленту все снять. У меня нет времени на пустую болтовню. Я разговариваю только со своей аудиторией. Какой настырный, а? Алло, what happened? What is we picking up today? Call to my dispatcher. Okay? Thank you. Bye. Okay. Okay, guys, thanks so much. Thank you. Bye-bye. Thanks.
Ну, пацаны, 249.73. Короче, 250 долларов обошлось мне это удовольствие. Это немного. Ну, немного в смысле не для стекла, а вообще. Больше всего жалко потерянное время. Потому что сегодня могу не успеть забрать последнюю тачку. Буду отспаться, значит. Сейчас теперь мне надо выехать задом. Пять через правое плечо куда-то туда.